Всем привет! Это магазин IDG, меня зовут Матвей. Контроллер Newmark Mixtrack Pro, выпущенный в 2010 году, сразу же был популярен среди любителей вечеринок и долгое время оставался эталоном девайса для мобильного диджеинга, регресс персонального компьютера. Недавно компания Pioneer выпустила контроллер DDJ VGO, основной задачей которого было потеснить конкурента и определить тенденции и облик диджея ближайшего будущего. Давайте посмотрим, насколько ему это удалось. Дизайнеры компании Pioneer неплохо поработали над внешним видом устройства. В результате оно получилось максимально компактным, без труда входит в обычный рюкзак, можно везде брать с собой. Также следует отметить наличие нескольких цветовых решений, в которых выпускается данный контроллер. Дизайн Newmark Mixtrack Pro менее вычурный. Корпус выполнен из качественного пластика серого цвета. Также следует отметить наличие белой лимитированной модели, которая смотрится очень эффектно. Для обеспечения максимальной компактности разработчикам Pioneer пришлось сэкономить на рабочем пространстве и расположить элементы управления максимально близко друг к другу. Также следует отметить то, что все фейдеры, ручки управления выполнены в общей стилистике компании. Подсветка данного контроллера Pulse Control – это еще одна фишка устройства. Разработчики Newmark не слишком заворачивались по поводу расположения элементов управления, что сделало контроллер значительно больше. Однако пустоты могут сыграть свою роль, особенно при динамичном DJ-сете. Элементы управления могут быть не такие изящные, как у продукта от Pioneer, но не менее функциональные. Подсветки также более чем достаточно. Оба продукта превосходно справляются со своей задачей – обеспечение мобильного диджея мощным и удобным средством для творчества. Конечно, возможно, внешний вид контроллера от Pioneer сыграет свою роль, однако продукт от Newmark вряд ли уступит в плане функционала. Какой же контроллер выбрать – решать вам.